Всем привет! Всем, друзья, привет! Катаемся, ищем старые здания, в которых, возможно, когда-то находилась школа. Это ТЭЦ, район ТЭЦ, улица в районе улицы это Коммунистической. Ну, тут производственная зона, как вы понимаете. Вот мы сюда хотели с тобой заехать тогда. Да, сейчас завернем. Сейчас мы с тобой сюда и завернем. Может быть, с этой стороны их будет больше видно? Или они и с этой стороны там получились, как в лесу? Есть какие-то здания, они старые, их видно, но они где-то уже все, они заросли полностью. К ним уже не подобраться и не подойти, и не подъехать. Ничего не сделали. Тут гаражи, видите, построены. Это постройка, я думаю, что недавнешняя. Вот это какое-то здание. Ну-ка. Вот гаражи. Можно оглядеть. Это улица, едем мы с тобой по Советской. Вот сейчас мы по Советской, сейчас повернем направо. Там было хорошо так видно это здание. Вот еще. Вот подожди-ка, стой, вот тут я сниму его. Вот так видно. Вот еще туда потом камеру перебрать. Вот тот здание, видишь? Вот, а чего нам туда не прийти? Тут уже сугробы. Я только пешком могу дойти. На, сходи пешком, покажи. Вот, поставь. Я хочу. Ну вот я вышел. Здесь на машине нам не подъехать, потому что сугробы. Вот это здание, не знаю, что за здание. Ну, что-то я не знаю, школа это была или не школа. Здесь какие-то склады тоже находятся. Вот это здание вроде не за забором. Вот тут забор такой-то есть, но это он не вокруг этого здания. Уж внутрь здания я не пойду. Вот это здание. Не знаю, что за здание. В комментариях напишите. Никогда раньше его не замечал. Ладно, возвращаясь к машине, смотрим другое здание. Так, мы вернулись из здания, идем вот тут вот. Вот там тоже какое-то старое здание виднеется. Дойдем до него пешочком, посмотрим, что там есть. Здесь, видимо, какие-то организации. Туда мы не пойдем. Вот тоже здание, видите, молодое. Тут вот гаражи находятся. Собаки гавкают. Вот. Тоже старое заброшенное здание. Не знаю, школа это была или не школа. Но оно уже, видите, крыша провалилась. Едем мы. Очень идем мы по улице Советской, которая Советская называется. По которой сейчас иду. Здесь, видите, построен-то уже по современнее. Из профлиста. А вот здание старенькое. Подскажите, что это было за здание, уважаемые подписчики, которые здесь жили давненько. Вот тут, видите, забор. Старенький. Окна уже многие выбиты, крыша обвалилась. Туда. Можно в него тоже прийти, но я думаю, что внутрь я в него не пойду, потому что, судя по его внешнем виду, что там все очень плачевно и все там рушится и падает. Потому что крыши у него, видите, уже нету. Она обвалилась просто внутрь. Вон, видно. Ну, я что-то сомневаюсь, что это была школа. Школа вроде как деревянная была. Это, видите, не деревянная. Само собой. Вот такое вот здание старинное. Но я думаю, что его никто реставрировать не будет. Оно так и разрушится. Тут уже все деревьями поросло. Можете видеть. 3 этажа. Окон уже практически. Да вообще окон не осталось. Все выбито. Вот здесь раньше был вход какой-то. Что за здание? Не знаю. Я раньше вообще не знал, что оно существует.
Ну, где-то в этом районе была школа раньше. Может, она вот здесь стояла, кто его знает. Вот там склады, они уже, наверное, посовременнее. Ну, здесь по улице ездят машинки довольно часто. Вот эта дорога ведет на улицу Большевиков. Вот здесь машина приезжает, это улица Большевиков. То есть, если сейчас идти прямо, потом повернуть налево по Большевиков, будет так называемый Горбатый мост. Вот тут все гаражи настроены. Целый ряд гаражей. Вот, дошли мы с вами до улицы Коммунистической. Вот где-то вот в этом районе должна была быть школа. Может, она где-то вот здесь находилась, вот в этих зарослях, которые уже, ну, деревьях, которые уже тут наросли большой-большой стеной. Может быть, там была. Точно утверждать не могу. Не знаю. Ладно, пойдем искать маму, она у меня куда-то уехала. Не знаю, посмотрим. Вот, возвращаюсь к машине, вот еще здание, я уже показывал. Тоже подскажите, что раньше за здание было, вот оно сейчас в розовом цвете. Вот застроено, сейчас в нем что-то находится, какая-то организация. Подходим к машинке. Поехали дальше. Вроде показали все, что мог. Там нашел ты, да? Я пошел туда, не знаю. Школа, не школа, но я думаю, это не школа была. Ну тут, да, остались еще вот эти старые, это здания. Да. Они еще есть тут. Не знаю, что здесь было. Я когда спрашивал подписчика, может, она пишет, что это было. Старое это здание, сразу видно, что старое. Угу. Я думаю, куда ты убежал? Ты за мной приедешь? Я только развернулась и все. Я думаю, сейчас я буду тут колесить и тебя где-нибудь потеряю. Вот смотри, какой аж балкончик так сделано. Прикольно, да? Вычурно как-то сделано. Мне кажется, здесь надо было тогда сдавать. Тут, видишь, уже ничего нет, да. Понятно, что уже ничего нет. Тут уже пустырь. А какой пустырь? Но в плане того, что тут это? Лес. Лес, да. Тут уже лес. Тут даже намеков-то нет, что тут что-то было вообще. Ну да. Вообще ж ничего нет. Здесь что-то тут склады какие-то старые. Вот какой-то барак. Угу. Все уж, по-моему, там раскрыто, все уже в него ползают уже. Да, да. Там уже никто не живет. Ну, до одной поры. Барак. Наверное, пока не подожгут. Да. Небезопасно, конечно, оставлять вот такие вот бараки-то. Ну, которые бесхозные это. Ну что потому. Так это единственный, наверное, тут вот такой вот уже многоэтажный там остался жилой дом. Трехэтажный. Больше-то и нет никаких домов. Что, поедем еще тут где-нибудь колесить-то, нет? Здесь мы уже ездили, я хотел чисто лес показать. Ага. Тоже. Вот где-то здесь еще около Горбатого моста что-то было. Ты читал, да, там что-то? Да. Дай выйду посмотрю. Ну на, посмотри. Так, пойдем. Это еще писали, что у Горбатого моста где-то тоже было что-то. Это постройка рядышком совсем. Вот тут дом, кирпичное здание.
Вон здесь какая-то была железная дорога, сейчас ее, конечно, уже нет. Ну, давайте посмотрим с моста, какой вид нам открывается. Может, это там была школа. Не знаю, утверждать не буду. Надеюсь, вашу помощь, уважаемые подписчики, может, кто скажет, правильно ли мы вообще ищем. У нас сейчас еще на противоположную сторону перейду и там посмотрим. Вот она, на противоположной стороне. Вот здесь. Ну, здесь, я сомневаюсь, что была школа когда-то. Здесь же чисто промзона. Вот здесь у нас машинки грузовые стоят. Вот здесь уже, видите, линейка передач. Ладно, друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь, пальчики вверх, надеюсь, видео вам понравилось, а так, всем до новых встреч, пока!